Ну, отсюда я, конечно же, нырять не буду. Дюже высоко. Просто покажу вам объемный вид сверху на Ялту. 8 утра, пляж потихоньку заполняется людьми. Шезлонги еще пустые, потому что они платные. Ребят, напомню, вход на пляж, на любой пляж в Массандре бесплатный. Можете спокойненько стелить полотенечко, ставить зонтички. Сегодня Ливан, гребля на байдарках и каноэ, Титаник. Там уже на водных мотоциклах. Слушайте, ветерок. Короче, приходите на пляж в 6 утра. Самое то. Отсюда нырять высоко, если что. И там мелко, не рискну. Пойду нырну пониже. Это Массандровский пляж, ребят. 14 августа, год 24. Ветер уже шумит, да? Меня не слышно, скорее всего. Табло врет, на нем пишет 22 вода. На самом деле вода 25. Люди потихонечку заполняют пляж. Будний день. Неужели им на работу не надо? Нам дело в том, что надо на работу. Поэтому мы потихонечку начинаем уезжать. Спасибо всем, что смотрите меня. Подписывайтесь. Будет интересно. Ой, с пирса нырнул хорошо. Это наш маленький Париж в Массандре. Красиво, да? И чайки.